еще раз защиты и контрприема. А то мы больше тренеры больше уделяем внимание атакующим действиям, а как защищаться иногда забываем. Вот сегодня мы еще раз отмерились и попробуем защищаться. Да? Вот, например, если он заходит слишком открыто, да, заходит слишком открыто, раз, вот туда, отключаем на себя руку, вот, вот здесь его. Отключаем. Только аккуратненько, вот здесь, вот аккуратненько мы его переворачиваем сюда и накрываем. Накрываем его здесь, да? Накрываем. Но если получилось так, что мы ногу успели отбросить, то некоторые начнут на него лезть. Мы наоборот помогаем ему, он перекидывает здесь нас. Наоборот, здесь нужно с него держи ногу. Вот голень. Вот. Очень важно, держи и руку держи. Очень важный момент это вот голень, да? Если мы эту голень взяли, мы делаем разворот, все, захват у него срывается и потихоньку. Еще раз, вот он заходит, вот, раз, вот здесь выключили, да? Выключили, вот, корпусом вперед, вот, он уже выключенный. И туда его сбиваем. Или же, если он уже зашел, вот, голень, но мы обязательно должны его туда развернуться, вот. И отсюда, мы его сбиваем. Вот, по возможности даже продолжаем движение. И стараемся не просто взять 2 балла, а перевернуть на лопатки. Да? То есть, вот, даже газ сюда, вот, сбиваем. Может быть, здесь дальние ножницы перехватили. Вот дальние ножницы. Прогибаемся сюда, забираем голову. Он не ложится на лопатки, он уходит, вот, забираем здесь и вот так вот бараний рог. Вот такой ситуации он мечтает лечь на лопатки, но не может. Значит, и еще раз возвращаемся к боковому проходу. Очень часто мы наблюдаем, что делают боковой проход и начинают вот так вставать. Вот. Это большая ошибка. Еще раз возвращаемся к тому, что нужно вставать. Вот. Если мы зашли вот. Вот сюда можно выйти. Да? Вот. Если он ноги отбрасывает. Вот движение идет на него. Вот на него. И вышагиваем через коленочку вот здесь. Вот. И здесь выбиваем его ногу вот сюда. Вот сюда на лавочку здесь кладем. Вот здесь его нагружаем хорошенько. Нагружаем. Вот здесь, опять же, момент очень важный. Чтобы он не убежал, мы его должны здесь хорошо нагрузить. Вот. Отсюда есть несколько вариантов. Продолжение атаки. Давай развернуться сюда. Вот. Чуть-чуть мы его колено немножко перегибаем. Чуть-чуть. Слегка. И вот здесь вот перекрываем, чтобы он не убежал. И начинаем заходить вот сюда. Вот. Перекрыли коленкой. Коленкой перекрыли здесь. Здесь дальше, чтобы он не поднялся. И вот эту вот руку максимально глубоко ставим. Не вот так вот. Вот так. Ничего не перевернешь ты. А максимально глубоко вот. И натягивая. Не переворачивайся. Локоть. Натягивая наверх вот сюда. Вот сюда. Выставляем ногу. И делаем через него. Колесо, вот в этой плоскости, не в той плоскости, а вот в этой плоскости. Вот заходим вот сюда, вот не куркаться. Вот сюда. Тогда мы встаем еще на один раз. И можем еще его крутить. Но если он физически сильно поворачивается в другую сторону, таз сюда, то здесь наоборот он нам помогает. Мы идем на него и спиной. Тут мы его кладем на лопатки. Если он не лег, опять уходит, то мы опять смело переходим и здесь мы продолжаем грузить и делаем вот в той плоскости. Вот в той плоскости сделаем колесо, вот туда, чтобы снова эффективно выйти на удобный захват. Именно в этой плоскости, а не в той плоскости делаем этот переворот. И вот здесь очень важный момент, когда мы перешагнули сюда, вот этот выстав. Вот. Вот этот момент, он если сюда идет, не может он сюда идти.
Если он уходит в ту сторону уходит, то мы здесь вот вытянем к себе. И очень хорошая вещь, если он физически крепкий, сильный, и мы его здесь вытягиваем к себе, подвигаем его к себе, и отсюда вот делаем бросок на 4 балла. В ту сторону, вот. Вот, ногу вытягиваем, вот сюда. Вытягиваем вот сюда, чуть-чуть в сторону, отпускаем, так переходим и отсюда переворачиваем. И что у нас сегодня?